Задание. 5 упражнений будет. То есть 5 подтягиваний, 5 пресс на шведской стенке, 5 брусьев, 1 подъем с переворота и проход по турнику. Так, судьи, у нас есть 10 человек? Да. Вот они. Отлично. Сейчас наш участник Александр покажет, как нужно правильно выполнять упражнение. Александр, готов? Сейчас будет подтягивание, 5 подтягиваний. Да. Участники, пожалуйста, не мешайте Александру. Следите, чтобы... Он будет все правильно делать, конечно. Смотрите за ним. Так, подтягиваем. Внимание, смотрим. Потянулся, смотрите. Подбородок выше перекладины. Раз. Локти полностью разгибаются. Раз. И таких 5 раз. Два. 3. 4. 5. Ребят, вы видели, что он делал? И 5 раз на шведской стенке пресс делать. Саш, давай. Продемонстрируй нам. Давай, Саша. Ребята, все внимание на нашего участника. 3. 4. 5. 6. 5 раз уже сделать, Александр. 7. Вы перебарщиваете. Так, теперь 5 раз на брусьях. 5 раз держаться на брусьях. Раз. Два. Локти полностью разгибаем. Два. Три. 4. 5. Все. Теперь 1 подъем с переворота. На турнике. Давай, брата. Один раз. Самое сложное – проход по турнику. Александр, пожалуйста, покажи. Ну вот так, в общем. Наши участники запомнили? Какая команда будет первой? Ребята, выберите те упражнения, кто из вашей команды будет выполнять из участников. То есть победит та команда, которая сделала все правильно и за наименьшее время. У нас есть одна команда, которая готова. Готовы. Так, на счет 3. 1, 2, 3. Поехали. Давай. Поддержим их. 2. Молодец. 3. 4. 5. Следующий. Давайте, ребят, быстрее. У вас время. Давайте. Давай. Круто. Молодец. Прыгивай. Давай 5. Следующий, давайте, ребята! Давайте быстрее, время идет! Торопитесь, пресс! Пресс давай делай! Прошло 30 секунд! Дима, давай! Из последних сил пытаются! 4, 5, все! Раз, два, три, 4, 5, 6. Последнее упражнение.
Давай, давай, давай. Минута 30 секунд. Две минуты. Похлопаем им. Две минуты. Команда номер два. На счет три. Готовы? Начали. Поехали. Два. Два. Руки выпрямляй. Три. Четыре. Пять. Передавай, Тиген, давай. Раз. Пять. Прошло 35 секунд. Раз, два, три, четыре. Давай, давай! Давай, давай, давай! С последних сил! Так, последнее упражнение. Минута 7 секунд прошло. Итак, минута 30. Победила команда номер 2. Победители получают значки молодежной федерации ВНК.